И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Азартный Богданчик. Залетели в слотик Big Bass Special. Всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита, кто кушает. Ну а мы поехали. Играем, если что, на проекте Комета. Ссылочка в закрепе в шапке Ютуба. Дают 500 халявных фриспинов и плюс 280% к пополнению. Если интересно, можете попробовать. Ну а также не забывайте прожимать лайкосик на это видео. Делаем 50 лайкосиков, покупая бонуску подписчику за 100к. Все плюса делим напополам и заносим вместе. Если что, подписчик будет выбираться среди комментариев под этим же видео. Так что не ленитесь, поддержите этот видеоролик и будем заносить. Ну а мы смотрим бонус с одной функцией. Давай, родимая. Сегодня наша цель — проходка до X10. Ни разу не проходил. Один чубзик оставался, и мы не проходили. И это было на стриме. 18900, блин. Давай. Так, первый мужик есть, но проходки не будет пока что. По первой бонуске скажу так. То, что проходки не будет, процентов 90. Так, одного вылавливает. А может он сразу два выловить, интересно. Так, 40, ну 1050 дает, да? Ну, 45-300, ладно. Но, так, и последний спин у нас. Да. Четверть от бонуски мы только и лутаем, я понял. Я тебя понял, родимая, значит, поехали еще одну такую же. Думаю, еще попробуем сегодня его покрутить обязательно. Но это чисто когда, если вообще не будет никаких сыгровок в бонусках. Для сейва 1100 останется, попробуем по 1003-4 покрутить. Но опять же, одна функция, только левел 2. Эта бонуска по-любому даст меньше 50к, чем предыдущая. Потому что левел 2 мне никогда не везет. Вот не знаю почему. Вот было бы хорошо, если бы давались и те 10 спинов первоначальные, и эти 10 спинов, то есть 20. Вот это было бы тогда интересно. А так, чисто задрипанные 10 спинов, блядь, которые могут быть бессмысленные на изичах. Ну, не вижу смысла вообще. Так, первый, 4 спина, 3 мужика еще. Давай, вот сейчас музык будет, будет деньги. Хорошо, музык есть. Мужик могёт. Давай, 2 спина еще. Один спин, один мужик. Но я думаю, не поставят. Вот, блядь, уверен, что не поставят и как всегда подосрет. Давай, раз, два, три, четыре, пять. Естественно, естественно, родимый. 45 тысяч ты даешь. А знаете, почему он так дает? Потому что гнида. Потому что нехороший человек. Хороший человек поступает по-другому. Поехали, за 210 попробуем. Так. Так, давай еще одну. А, все. Сапог вылавливаем, задрипанный. Порванный сапог. Поехали. Так, давай, мужиков. О, хорошо, не зря мужик выпал. Значит, должно быть больше мужиков. Именно функция. То есть удвоенный шанс выпадения мужчин. Еще одного пас... Еба. Возможно, и проходка будет. 5 спинов, один мужик. По идее, на изичах можно словить. Так, хреново. Дай, ну иди ты нахрен, господи, ну, блядь. Такое было потрясающее начало, и как же закончилось все по-дебильному. Поехали еще одну. Поехали, я не против. Я только за, давай смотреть. Давай, родимая. Вообще без функции. Но чаще всего без функции бонуска и заносит. Не знаю, с чем это связано. Но когда дропается двойной шанс мужиков, блядь, там, нету дешевых рыбок, двойной спин.
со второго левела, с большими крючками, все равно же бонуска будет нулевая. Так, уже x50 есть, уже x50 есть, давай еще 6... Хорошо, проходочка, шансы у нас на проходочку имеются. 132 тысячи, и еще один мужчина нужен, бородатый, давай. Давай, родимый. Хорошо, проходка есть, плюс 10 спинов на x2. Нормально, нормально. Давай с запасом одного, и все. Так, ну с запасом не будет. Но... Давай, 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 давай. Поехали. Так, хреново. Еще хуже. Хорошо, хорошо. Это 1100. Правильно, это окуп. Пойдет. Давай еще. Еще спин-офф много. Давай, родненький. Давай. Потихоньку, помаленечку нужно ставить еще одного мужчину. Эх, жлобина ты, жлобина. Ну ладно, плюс 34 тысячи. Хотя бы что-то. Поехали за 300 попробуем. Так. Так, больше крючков и взрывов. И сапог. Блядь, замахал этот сапог. Он, блядь, в страшных снах снится будет. Видали, рыбак плясал? Это к бабкам, блядь, 100%. Давай, нужна теперь проходка вот до сюда. До второго левела прошли, теперь нужно до третьего постараться. Хотя бы как-нибудь, поставить. До 10 спинов плюс x3. Так, 21, мало, 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 мало. 3 спина, 2 мужика. А, ну все, я понял, блядь. Я тебя понял, родимый. Я понял тебя, родной. Как же можно было сделать такую... Ну, блядь, ну я не знаю. Давай, поехал еще одна. Чисто рыбак хавает. Чисто хавает, хавает. Ну, а два... Блять, двойной шанс мужиков. Поехали. Семь. Блять, первый мужик за 4 спина. Двойным шансом на мужика, блять, даже и не пахнет. Даже не пахнет, я хер знает, что, что ему еще нужно. Так, ну 75, хорошо. Половина почти что есть. Мало, конечно, но лучше синица в руках, чем жаворонок в небе, блядь. Ну 180к, ладно. Ладно, ладно. Не окуп, конечно, но хотя бы x60. Хотя бы что-то, блядь. 300к у нас остается. Давайте попробуем. За 205 еще одну. И после этой бонуски сделаем all-in. И будь что будет. Поехал, родимая. Плюс 2 спина в каждом бонусе и больше взрывов и рыбок. Так. О, нихера себе. Это прикольненько. 40... 50к, да? Ну, 41, ладно. 41. Так. Ну, блядь, тут по-любому должна быть проходка на третий уровень. Ну, это, блядь, 100%. 100% должно быть.
Не поставишь, я буду в таких шаках, блядь. В трихерах просто буду, если не поставишь. За 7 гробаных спинов, блядь, одного мужика еще поставь. У меня уже кипит, блядь. У меня уже дурку пора вызывать с такими сыгровками. Вот я вам, блядь, честно скажу. Ну, как такое может быть, блядь? То, что за 7 спинов он не поставит одного мужика. Я хер его знает. Вообще без понятия, как так можно делать. Каждая бонуска плюс 2 спина, и пропали, блядь, дешевые рыбки. Ну, сейчас посмотрим, как они пропали. Он может, блядь, больше просто не собирать вообще. Блядь, опять же два мужика. Так, это, по идее, неплохо. Это 1200, по идее. Так, 120 и 270 тысяч, по идее. Правильно ж? Даже больше. 1300 может быть. 260. Хорошо. Давай. Давай третьего мужика. Что ты, блядь? Что ты томишь, блядь? 4. 3. Я понял, нахуй. Я понял. Я тебя понял, родимый. Да чего же ты красавчик-то? Какой же молодец. 261. Ну, плюса, да, плюса, блядь. Были бы еще они хорошие и вкусные. Цены бы тебе не было. Давайте попробуем крутануть чуть-чуть. Чисто чуть-чуточки. Байтик. Байты не нужны, брат. Байтами сыть не будешь. Ты лучше бонус давай нам. И будет хорошо. Так. Не будет. За 210 же можно взять, по идее? Да, можно. Поехали. Последнюю, возможно. Возможно, будет последняя бонуска. Поехали. Давай, родной. Нужна проходка, срочно. Короли задрипанные, мужиков вообще нема. Не знаю, куда они пропали. Курить ушли или бухают. Так, первый мужик. 8400. Мало. Мало. Так, ну вылавливает, ладно, вылавливает. По звукам понятно. Девяносто две. Но покрутить точно уже будет. Да. Но покрутить имеется. Это даже окуп. Поехали, нахуй. Хватит херней маяться. Давай, либо бонус, либо иди нахер. Либо фулл линия каких-нибудь топов. Да уж, бля. Да. Лучше бы я бонуску взял, бля. Ой, бля, лучше бы я взял бонус. В любом случае, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Всем желаю удачи, заносов, до новых встреч. Пока-пока.